Уважаемые друзья рыболовы, всем крепкого здоровья. Сегодня встал рано утром, смотрю на градусник, а там минус 30. Думаю, ну блин, вроде как бы рисует погоду без ветра, так что собрался, приехал в деревню. Приезжаю в деревню, минус 36. Короче, пошел сначала в одно место, порыбачил там. Даже вообще абсолютно ничего не стал снимать, потому что ну, не было рыбы, не поймал рыбку совсем. Вот, сейчас приехал в другое место, и вообще все замело. Не знаю, как я сегодня буду ходить. Хотел добраться до тех мест, где в прошлый раз половил нормальных окуньков. Не знаю, получится или нет, но будем пробовать пробиваться в те места. В общем, начало припекать солнышко, потому что солнце уже стоит достаточно высоко. Середина февраля. И вроде как бы сейчас вот на градуснике минус 24. Но вот пока идешь, парит нормальный. Идти можно. Лед по самый загиб. Ух, зиме, сейчас будем рыбалить. Даже несмотря на то, что в подводную камеру мне все-таки удалось увидеть несколько окуней, однако на этой точке рыба так и не клюнула. Поэтому я решил сейчас пробиваться до того места, где я в прошлый раз рыбачил. И там буду пробовать вылавливать тех окуней, которые там плавали. А окуни там есть хорошие. Смотрите, какие места здесь. Перекатик с открытой водой. Опасненько. Опасненько. Надо обходить по берегу. Добрался, дошел. С моего последнего визита тут вообще никого не было. То есть только я, когда рыбачил здесь неделю назад последний раз. Вот. Только мои лунки, никаких следов, ничего нету. Сейчас буду разгуливать и все. Подпишу и кожу уже прям не могу. Хорошая такая физкультура, когда по колено снизу идешь. Сейчас буду разгуливать луночки, смотреть с камерой рыбу. И надо будет купить чайку, а то достаточно тяжело было идти, потому что все перемело. Но ничего, думаю, что сейчас рыбу мы половим. Сейчас пробурил луночку, посмотрел с камерой. Коряги такие красивые, хорошие. А рыбы нет. Зато увидел две блесны, зацепленные за коряги и кем-то оторванные. В общем, сейчас буду дальше тут все разбуривать. Смотреть, все равно должна тут быть рыбка. Ну и где она будет, там и попробуем ее половить. Thank you.
Ну, в общем, я немного перекусил, забурил тут еще лунок. Ну, под ними плавают окуньки. Экспериментирую с мормышками, с разными. Вот поставил сейчас гвоздик самодельный, такой ядовито-зеленый. Посмотрим, клюет меня сейчас кто-нибудь или нет. Еле-еле трясучку когда делаешь, тогда клюет. Вот какой. Ой-ой-ой. Все-таки попал. Соблазнился. Не крупный, конечно, но дал жару. И это опять на такую еле-еле-еле трясучку. Прям еле-еле душа в теле. Рыбалочка проходит ни шатка, ни валка. Пробурил уже порядка 20, может быть, даже больше лунок. И поймал всего 2 окунька. Реагирует рыба на очень медленную проводку. Прям буквально еле-еле душа в теле. Но между тем, рыбы под лунками достаточно много. Она плавает куда-то по своим делам. Но почему-то отказывается брать. В общем, либо я не нашел конкретную хорошую стоянку рыбы, либо сегодня у рыбы на самом деле плохое настроение. Ну, будем бурить и дальше ловить. Шарик поначалу поупирался. Давай, газуй. Солнышко начинает потихонечку садиться. Окуни из-под лунок куда-то свинтили. Я посмотрел подводной камерой, никого нету. Поэтому я решил тоже пойти поменять место, побурить на вечерке, еще кое-где попробовать поискать рыбку опять и все-таки что-нибудь еще половить. Хотел я сегодня испытать костюмчик свой в серьезный минус. Ну и, собственно говоря, абсолютно никакого дискомфорта нету. Весь день тепло, хорошо, легко. И можно сказать, что тело дышит. Стоит на этом костюме какая-то маломальская мембрана. Она, конечно, не держит дождь, как держат там всякие костюмы из клеенки. Но, тем не менее, в ней намного теплее, чем в большинстве костюмов, которые стоят баснословных денег. Поэтому, ребят, если вам нужен костюм для рыбалки, нормальный костюм для рыбалки, по нормальной цене, можете зайти в мою группу ВКонтакте,
посмотреть цены. Если понравится, пишите мне, и я вам этот костюмчик отправлю. Переходик по только одному мне известной тропке, так скажем. Снегу чуть ли не по пояс. Ну, это нормально. Сейчас выйдем на точку. Зато срежем очень большой крюк. Надеюсь, там никого нет. Забурил сейчас несколько лунок, начал проверять с подводной камерой. Ну, в общем, под одной из лунок стоит щука. Интересная такая, красивая. Снимала немного. Надо вот будет, наверное, мне все-таки положить в ящик какой-нибудь складной самотряс и несколько балансиров, блюсинок. Может быть, даже VIP какой-нибудь положить, чтобы просто лежал дежурный. На тот случай, если вот такая вот красавица под лункой окажется, что можно было ее попробовать поймать. Легко какая была. Думаю, там окунь на полкило. Придавил. Ну, есть у меня еще буквально тут, наверное, минут 20. Сейчас пойду прогуляюсь по-быстренькому еще до одного местечка. И там уже буду сматываться. В общем, на завершающей точке рыбы не оказалось. Проверил с подводной камерой. Коряшки красивые. И рыбы нет совсем. В общем, не стал даже удочку расчехлять, разматывать и пробовать ловить. В общем, на этом рыбалку сегодняшнюю буду завершать. Вот такое вот оно глухозимье на реках. Всегда меня поражали отчеты о рыбалке, когда человек на фотографии показывает кучу рыбы, ну, знаете, там реально килограмм 6-7, и внизу пишет о том, что вот рыбалка была трудовая, поймал там
немного рыбы, вот и вываливают там 6-7 килограмм рыбы, там окуни крупные, там сороги и так далее. Вот это вот трудовая рыбалка, когда за целый день намотаешь километраж, поймаешь там пяток вот таких вот окуней, набуришь солунок, надышишься, намерзнешься, мороз. Вот это да, вот это трудовая рыбалка. А если ты потратил кучу силы, тоже так же, как вот я, допустим, сегодня не поймал 6-8 килограмм, да, тьфу, это самое лучшее, что может быть. Это самая классная рыбалка. Она и трудовая, в том плане, то, что ты наматываешь большой километраж, и результативная, и эмоциональная, то, что ты рыбу столько наловил. Классно провел время, подышал воздухом. А такая вот рыбалка, она, конечно, достаточно многому учит. То есть ходишь, смотришь, рыбка как в один день здесь есть, в другой день рыбки здесь нет. Вот и начинает потихонечку вырабатываться чутье. Но это все действует только в привязке к одному конкретному водоему, на котором, ну, рыбалок за 20-30 вы сможете стать более-менее таким рыбаком знающим, так скажем. В общем, надо что-то менять, надо ехать на какие-то новые водоемы, искать где-то рыбку более-менее крупную, ждать, когда наконец-то отпустит мороз, потому что сейчас вот я посмотрел по градуснику, минус 32. Ну, я думаю, что по мне и так видно то, что холодно сегодня. Рыбачил я на вот такой вот кивок из нержавейки. Это кивок Александра Зайцева. И вот такая вот удочка, легенькая, из углепластика. Снасть очень такая деликатная. Леску я сегодня использовал 0,074. Для того, чтобы вытащить вот этих вот окуньков, вот такую вот лесочку я использовал. В камеру я видел несколько достаточно хороших окуней, но, к сожалению, сегодня они совершенно никак не хотели клевать. И есть у меня один вопрос к вам, друзья, товарищи. Вот расскажите, пожалуйста, в комментариях, какой средний улов у вас за зиму? То есть вот, допустим, 10 раз вы на рыбалке были, вот какой средний улов у вас? Ну, если вам будет не трудно, то, пожалуйста, напишите область, в которой вы проживаете. Будет просто интересно посидеть и почитать, посмотреть, как вообще народ ловит рыбу, в каких количествах и как вообще обстановка с рыбой. Ну и хорошо, если в комментариях еще укажете, ну, там, средний размер рыбы, которую ловите. Единственное, что хочу попросить, ну, не приукрашивайте. То есть, вот как есть, так пишите. Будет интересно почитать. Я думаю, не мне одному. В общем, у меня, ребят, на этом все. Я надеюсь, что эта рыбалка, хоть она была вот такая вот, какая она есть, вам все-таки понравилась. Я, по крайней мере, сегодня более-менее нормально провел время, подышал свежим воздухом. Продолжаю восстанавливаться после коронавируса. В общем, у меня на этом все. Увидимся с вами, ребят, в следующих видео. Всем ни хвоста, ни чешуи, крепкого здоровья, берегите себя. И всем пока.